Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bright Uzbekistan xalqaro axborot portali yana e'tiboringiz markazida. Bugun 22 noyabr kuni Toshkent shahrida xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori sobiq maslahatchisi Karita Piolaning paxta dalalarida ishonchning mustahkamlanishi xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi faoliyati nomli monografiyasining taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda Oliy Majlis Senati raisi, odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi Tanzila Narbayeva, xalqaro mehnat tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha byurosi direktori Olga Kulayeva, tashkilot bosh direktorining sobiq maslahatchisi Karita Piola va qator xalqaro tashkilotlardan mutaxassis hamda ekspertlar ishtirok etdilar. Сегодня широкое международное сообщество утверждает, что уникальный национальный опыт Узбекистана по искоренению детского и принудительного труда должен быть примером для многих стран. А данная книга полностью раскрывает опыт Узбекистана. Уверена, что книга господина Топиола станет уникальной и полезной для читателей, слушателей высших учебных заведений, экспертов в области труда. Мы уже перевели ее на узбекский и русский языки. Будет еще много круглых столов и презентаций, чтобы донести до других лиц суть и значение вашей книги. И я хочу сказать, что мы этому очень благодарны. И я думаю, что эта книга должна быть настольной книгой профсоюзов, системы Министерства занятости, системы наших организаций работодателей. Кроме этого, эта книга должна быть как бы полезной для высших учебных заведений, где обучаются трудовому праву, трудовым отношениям. Я думаю, что это будет, конечно. Честно скажу, обычно мы действуем по другому алгоритму. Наши страны-члены обращаются к нам с просьбой поддержать, помочь их в каком-то начинании. Но здесь на самом-то деле инициатива принадлежала МОД. Узбекистан нас об этой публикации не просил. Просто мы сочли этот опыт таким важным и интересным, что не смогли с ним не поделиться и с другими аудиториями тоже. И поэтому я благодарю Кари за эту инициативу и за ту работу, которую он выполнил, аккуратно задокументировав то, как этот процесс развивался. Апофеозом признания стала, конечно, отмена бойкота коалиции Cotton Campaign узбекского хлопка в марте этого года. Но то, что положение исправляется, было понятно, вот, начиная с той исторической речи президента на Генеральной Ассамблее в сентябре 2017 года, уже отталкиваясь от этой точки, весь мир увидел, что политическая воля есть. Ma olgan bo'lsak, Karita Piola 50 yildan ortiq o'zining mehnat faoliyatining asosiy qismini xalqaro mehnat tashkiloti tizimida olib borgan va O'zbekistonda mustaqillik yillaridan so'ng juda ko'p marotaba tashrif buyurgan va xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan O'zbekiston hukumati bilan birgalikda respublikamizda majburiy mehnatni barham berishi bo'yicha barcha, demak, tadbirlarda o'zi ishtirok etgan.